среду в Самарской области солнечно и без осадков. Температура днем плюс 24, ночью плюс 15. Ветер юго-западный 6-8 метров в секунду. В Сызрани днем плюс 23, малооблачно, к вечеру плюс 13. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. В Тольятти без осадков, днем плюс 24, плюс 13 ночью. Ветер западный 5-7 метров в секунду. В Самаре днем солнечно, плюс 24, к вечеру плюс 15, без осадков. Ветер юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 45%. Геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.